Патриот, Макс Пауэр, 950-й, самый распространенный китайский кубик, ничего лишнего, не инверторный, с нормальным бензобаком более-менее, хотя бы на примерно 4 литра. Хотел брать с инвертором, чтобы была более стабильная синусоида, как пишут в интернете. Но в последний момент передумал. Во-первых, на действительно настоящих инверторах очень дорогая стоимость на них. Вот. Есть как бы китайские аналоги в районе там на данный момент на 16-й год около 6-7 тысяч стоит. Но похоже там не настоящий инвертор, а так через какую-то микросхему просто проходит ток. И плюс очень маленький у них бензобак почему-то у всех там 2,5-2 литра. Это вообще какой-то малый запас хода, так скажем. В последний момент передумал, решил взять классический. Почитал отзывы, вроде не ругает, вроде нормально. Вот сейчас его буду пускать, по сути, первый раз. Сейчас вот вам покажу. Один раз я его уже сейчас запускал, сейчас во второй пуск. Включаем вкл. Ручку немножко придерживаем. Вот оборот играет. Сейчас он выровняется. Вот. Бензин заправил, кстати, у него не свежий. Стоял у меня с лета от моторной лодки, разбавленный матюлем. 1:40 я обычно разбавляю. Лутыхал получше его. Смотри, цвет у него остался. Масло матюль хорошее. Поэтому заправил его сюда. Лампочку вот такую удлинителем пока нашел, другой после пока не нашел под руками. Энергосберегайка, конечно, она смешная. Потребление у нее там ватт 9, наверное. Но для первого раза пусть хотя бы в холостую, не в холостую покрутит. Лампочки энергосберегающие, ничего не моргает. Я переживал, что будут перепады, это не инвертор, но для энергосберегающих вообще, по-моему, все равно. У меня кругом такие лампочки, во всем хозяйстве везде. Почему-то про патриоты именно мало видеоотзывов, видеороликов. Вот решил снять. Вполне, по-моему, нормальная техника. Если что-то случится еще, скажу. Если хотите, чтобы я что-то с ним еще попробовал проделать, пишите в комментах, ставьте лайки. Спасибо. Ты что? Yeah!